Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграм Freak Family. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал Freak Family Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь приятного вам просмотра. Че, меня арестуют сейчас нахуй, я бегу. Ребят, время меньше стало, было 2 минуты, сейчас одна. Только мы куда отдалились, брат. Блин, как так? Смотри, видишь, коуч. Где коуч? Надо найти где коуч. Эрмес. Вот где Эрмес. Так нам назад. А как он? Дизель как раз там. Так Эрмес, мы прошли только что. Пошли. Эрмес? Пошли, пошли, пошли. Где Эрмес? Пошли, там, там, там. Вот там. Ребята, мы близко, клянусь. Блядь, да я клянусь, мы близко. Ефремов, мы идем за тобой. Сейчас, прикинь, мы просто пройдем и такие... No camera, no camera. Sorry. But you cannot use camera here. Sorry. This is privacy, Никита Ефремов. Спит на похуй. Да ты... Я вообще не понимаю. Ты что там, блядь? Там даже не касайся. Ты что, спишь в зарядке, блядь? Клюс, он просто два раза до меня дотрагивается и два раза только... Ты придурок? Ты долбоёб? Ты током ебашишься? Ты там... Блядь, ты просто... Блядь, ебени её! Я же тебя сейчас сама... Стоп, подожди! Чё за херня? Брат, а ну ещё раз! Не, уже надо подождать КД, КД. Блядь, у тебя КД. Давай, воду снимай! Так тут не написано что-то. Не? Не? Не сюда? Hello. Hello. Капец, здесь красиво, слышишь? Да? Не, без руфов, блядь, здесь охуительно. Он мне еще ничего не заплатил. Какие-то люди недовольны. Ладно, ладно, мы и какие берем кроссовки злома? Я знаю, что ты хочешь нож в КСке. Так забери его на Epic Drop за выполнение простых заданий. Подписаться на ВК, добавить сайт в ник Стима, сыграть в бесплатную мини-игру и так далее. Квесты эти находятся в операции и стоят она 600 рублей. Но для зрителей этого канала я оставил ссылку со 100% скидкой на операцию. 0 рублей вместо 600. За 15-й квест операции забирай тайное АВП или перчатки. За 30-й и 45-й только перчатки. А за прохождение всех заданий лутай гарантированный нож! В общем, ссылочку я оставлю снизу и промокод на 15% тоже. Ставь ролик на паузу и проверяй самостоятельно. Красиво очень. Да нет, идти долго. Знаешь, сколько это стоит? А, идти, да, мы еле нашли. Брат, это стоит 200 дирхам, это стоит... Не, я беру точно злому Никите Ефремову. 200 умножить на 27. Это стоит 86 тысяч, я их брал за 34. Клянись. Ну вот, на меня клянусь. Прайсик, да? Ты клянешься? Это я прайсик. Как так? Ну вот так, это я прайсик. Да ну, да. Не может быть так. Да? Это вы пиздите. Оверпрайс. Ты смотрят у тебя все сейчас. Реально? Так меня смотрят сейчас 11 600 и 3 человека. Подожди, а где рарные кроссовки? Вон. Вот это? Нет, вот. Вот, да. Ну вот это точно, наверное. О, это рарные. Чуть подороже, да? А сколько вы брали? Сколько ты брал? 8200. А сколько ты брал? Я не помню. Дирхама. Ты брал. По-моему, 3000, нет? Нет. 6500 я брал. Чуть подороже, да, как будто парни? А 2000 дирхам это сколько? 60 тысяч? Это 60 тысяч? 60 перевод. Че? Подороже, ребят, здесь в магазине. Чуть-чуть. Нет, смотри. Дубай, это акция на всякий. Нет. Тут еще выше. Брат, просто мы брали за 6. За 6 чем-то. Вот эти. А тут 8500, да. Я же говорю. Дубай, цена на всякий, а тут еще выше. Не, типа, здесь как бы типа, ну, выглядит все охуенно. Ну, гляньте. Все на реальном решении. Стуси, кто-то покупает стуси, парни? А, ребят.
7 миллионов дирхам. Охуеть. Грустно. Ну, я вот эти покупался за 27 тысяч рублей. Тут они стоят 2700 дирхам, это 70 тысяч рублей. Ну, буквально ну, чуть-чуть добрать. Грустно немножко. Бля, и че? Может, на скидки дай им подарить? На всякий. Ну. Тут лагает кого-то. Марк Булах пишет. Братик, качни позен и иди кальян раскури, не страдай хуйней. Ну чё, ну чё? Чё? Редкая расцветка такая. Клянись. Клянусь. Че, блин, просто давай я тебе сколько сделал? 1200 дирхам. Я тебе зажигал, как ты 1200 дирхам? Ой, 1500 дирхам. Это... Хочешь подарить? Не, не надо мне дарить. 40 тысяч рублей стоит. Ну, кстати. Ну, вот это неплохо, кстати. Вот это слышь, беру. Чё, пока халяву берем? Слышь? А это 2000 дирхам. Ну, чё, пока халяву берем? Ага, он 1200, вообще нищий. Потерять по фиксе, слышь? А. Ты что, ты будешь что-то брать? Ну, я хочешь себе подарок возьму? Не, мне не набери надо. Любые. Не, не надо. Подари лучше злому. Вот я хочу да злому. Злому. Я злому? Что-то. Блядь, это же реально как с кулером. Давай ему какую-то хуйню подарю. Какую хуйню? Не. Возьми мне тапки вот эти дырявые. Чат, как вы думаете, какие кроссовки подарить злому? Вот реально. Ну вот, вот такие. Ладно, выбираем кроссовки злом. Все, погнали. Тишку Тиффани, может какие-то ему единички подарить голубые, что ты забыл? Голубые, потому что у него футболка. У него футболка, да. Вот такой вот. Можешь ему голубые подарить. Ну тогда надо вот какие-то вот такие, может? Ну это миды, это нищие. Это тоже нищие. Ну, не буду нищие дарить. А у него Никита Ефрем можно как-то нищие вообще подарить? Типа, ну. Да. Брат, смотри. Да, тапки. Вот тут Стуси стоит, смотри. Сколько стоит все? 7 миллионов. 7 миллионов рублей? Да нет, пиздобово. Не, реально. Не знаю. Ну, давай голубые подарим ему. Давай, чтобы была голубая подошва, чтобы он смотрел постоянно так, вот так делал, типа Тиффани, смотрим. Вот я демонстры такие дарил. Да? За. Я бы дарил за 50 тысяч. Они тут стоят. Ну, 50 тысяч. А, нет, они, я дарил их за 40, то 100 тысяч 700 дирхам. Кого ты придумаешь, да, просто, ну... Да, а они на стриме дарил, я не помню. А, нет, ну, примерно 100 тысяч стоит. А, так я в Никите время его покупал, через возьми вот какие-то прикольные вот такие вот. Во, вот такие вот. Кстати, он любит Supreme, смотри, всю тему, нет? Возьми вот такие. Да ну, что это такое? Не нет, знаю. Не хочу, брат. Смотри, он пиво будто чем открывать, кроссовка. Ну, классно. Нет. Давай ему что-то, этот... Ну, по принту да нет, неплохо. Да реально, к Тимати, ты прикольно сказал. Кстати, это тоже подойдет ему. Без шуток. Не, нормальный по приму. А что здесь, брат, а что здесь вообще по приму, кроме вот этого слова? Типа, это же просто обычные белые кроссы. Вот как будто голубые, это ты плюс вайп сказал. Плюс у него есть темка еще такая. Да, Тиффани. Он ее теперь снимать не ну, будет. Ну, не про Тиффани, ну ладно. Короче, надо выбрать какие... О, кстати. Не, вот это ублюдки. Вот, короче, вот этот прикольный вариант был, слышишь? Типа, какие? Вот эти, которые ты показывал, смотри. Вот эти реально какие-то купить ему. Ну, типа, вот такие. Не или знаю, какие? Как будто... Ты сказал, что такое миды? Блядь, я вообще не вижу разницы. Вот, типа, вот эта разница. Вот эта разница, вот это считается нищие, вот. А вот это считается вот. Дорогие. Ну, вот так проще смотреть. Вау, клянусь. Ладно, давай вот так проще смотреть. Ты просто меня переубедил. Так это вообще, типа, прям сильный срез. Ну. Ну вот они похожи под цвет Тиффани? Не похожи же. Да единички, ну хуйня уже. Хорошо, какие? Скажи мне, пожалуйста. О, подари синие сланцы под Тиффани просто и всего. Нормально же? Нет? А как я айфон туда спрячу? Какой айфон? Айфон, который я ему подарю на день рождения. Как я спрячу туда айфон? Бля, я даже не знаю, чем подарить на самом деле. Ну кроссовки надо подарить ему. Подожди, дай вот тут посмотрю. Купи ему что? Зима близко. Так и мне разница. Купи ему
тироид боты от Balenciaga. Да нет, парни, нет. Маме ему подари красный. Ботинки. Ну боже, ну ты самый модный из нас. Ты можешь? Ты что, долбоёб? Что-то сделать. Что я сделаю? Почему я самый модный? Ты самый модный. Потому что ты вообще красивый, смотри, такой. Что мне сделать? Я же тут одни единички, блядь, и все. Так вот, брат, вот пол магазина, Саш. Она голубые или синие кроссовки какие-то. Под Тиффани футболку. Давай. Ох, бля. Просто выбери любые. Реально прям любые? Ну, не за 20 тысяч дирхам. Пожалуйста. Может, прям Тиффани? А что, в смысле, он мне подарил такие, я ему подарю такие же? Ну... Здрасте. Здрасте. Ну? Нас вот консультанта наняли. Просто стоит, типа, ну... Да я выбираю, но я не знаю, что. Ничего не может помочь. Я ему еще деньги заплатил. Есть другой вариант. Реально? Я просто единички заеблю. Тиффани вот эти. Но они 2005 год, они более для коллекции. Ну, те, кто вверх. А-а-а. Но они стоят. Они специально их убрали, чтобы никто их не купил. А я как минимум просто не дотянусь. Слушай, это хайп кого-то. Он такое говно всякое любит. Нет, давай ему просто единички подарим, чтобы как долбоёб. Слышь, чел пишет, делал. Ефремов изменился. Похуй, дари ему вот... Я не знаю. Может, маленькие ему подарим? Низкие ты имеешь? Ну да. Может, низкие? Как будто ему впадло будет вот это постоянно надевать. Вот это, понял, как вот это? И он просто потом перестанет их носить. Не знаю, я бы вот это подарил. Да я не буду такое дерьмо дарить. Ты что, охренел, что ли? Да он не будет таком ходить. Дебильщие кроссовки, да, брат. Да боже, ты не знаешь слова. Мы еще ему шнурки купим в Тиффани. Ладно, если тут, мы тут Трэвис напишем, то тогда он будет их носить. А, напишем. Нет, давай шнурки Тиффани попросим, у него будет вот такая открывашая Тиффани. Эти вообще бомбовые. Я тебе клянусь. А зачем мы тебя взяли? О, грубо. Понятно. Реально, тебе рыбовато было, прости. Ты можешь отрабатывать все деньги? Про чего дарим ему? Похоже на Тиффани тебе? Кстати, ну, похоже. Ну. А зачем переплачивать больше? Нормально, 15 дирхам. А ты нормально не купил вот, так, вот такие? Мне вот, я, кстати, вот подарил носки вот такие. Да. Я что, взять, ну, типа, нормальные мне, знаешь, типа, чтобы выглядело хотя бы, просто черные носки. А мне такие подарил. Просто вот так торчит. Там высоких не было, клянусь. Клянешься? Да, клянусь. На колени. Ладно, все, короче, берем ему единички высокие и все. А у нас тут охрана стоит. Ребят, сейчас нормально все. Все, вот этим убери и все. Ну а где они под цвет Тиффани? Ну ты прям цвета Тиффани найдешь. Помогите выбрать единички под цвет Тиффани. Под футбол. Под цвет Тиффани должна единички высокие. Да. Нет, не обязательно высокие, можно и маленькие. Ну вот как будто вот вообще вот этот вариант как будто самый лучший. Ну там размер маленький. Какой у него размер? Смотри, какой у него размер? Модная. Ему не нравится. Проси с удовольствием. Какой у него размер? А какой у него размер, ребят? Какой у него размер? А мы не подумали. Чат, а ну быстро размер. Сейчас я ему позвоню. Позвони ему, спроси. Типа, вот если человек выглядит как ты примерно, какой бы у него размер был? Сейчас. Надо аккуратно спросить. Вот с папой. Шопа. Не понял, да? А ты после этого сейчас просто спросишь, какой у тебя размер? Тебе батя хочет смотреть кроссовки, да? Ага. Долбоёб. Потём, как вам носки мне подарил? А, тут же. Спасибо, что такие за носки. Идеально просто. Слой, тут, короче, Вадя выбирайте подарок, хочет кроссовки iPhone подарить. Можешь сказать себе размер на этого кроссовка? Сейчас ответит. Сорок третий вам нужен. Реально 43-й написал? Да. Может взять носки все? Что за носки? Вот что взять склад. Вон, берем носки. Не беру носки. 89 дирхам, ты не шел в носки? Сколько? 89. Да, нормально. Я эти тоже столько же покупал. Нормально. Клянусь. Клянусь, нормальные носки. Ладно. А что ты дал? Это что, блядь, личный носильщик? Я платил. Вот эти берем, чат? Да, давай эти возьмем. Эти 43, да? Да, 43. Да, вот эти кого-то. Да? Чат, норм? В смысле, больше?
Но размер-то понятно, что мы возьмем его. Чат, нам надо... У него футбол... А у вас есть футболка Тиффани? Ну да, просто цвет. Ребят, закрыли. Это не Тиффани. Это Тиффани? Цвет. Ну почти, да, Тиффани? Да, почти. Ну, и, а ну подержите вот вместе. А ну вот у меня есть. Но это не похож, да? Вы меня обманули. Как будто чуть-чуть. Ну, то самую малость, я не обиделся. Нет, это более похоже. Ну да, понимаю. А давайте еще поищем немножечко. О! Нет? Не, он более голубой. Согласен с вами. Вот вы настоящий профессионал. Клянусь. Брат, я тебе хайпа придумал. Ну? Вот прям сейчас Моргенштерна цепь берешь и на стриме ее выкидываешь. Кого? О, хайп, ну, цепь Моргенштерна. Цепь Моргенштерна? Забираешь. Ты что, дурак, что ли? А че? Че, машину не меняешь? За полковника. Ты долбоеб вообще? За кого полковника? Ужас. Вы что? Нет, нет, нет. Так, ты будешь выбивать сейчас? Нет, ты, ну, постпокупки. Постпокупки мы дадим? Да. Сколько, это, сколько с банком берем? Сначала купить, потом... Да, надо сначала купить, потом монетку. Всё. И... Мизулина за эту тему не забанит? Нет. Всё. Хорошо понимать. Ладно. Чат, похож цвет? Не, похож. Ну, похож он. Ну, если, например, я цвета не отличал, то прям вообще идеально. Да, если так. Так, да. Как будто. Как будто для прикола можешь 45-й подарить. Он же мне кулер подарил, который в Киеве. Ну, делаешь? Чтобы он тоже помучился, блядь. Тебе тоже чат пишет. Что вы мне пишете? Ну, чат, ну выбери что, чтоб, пожалуйста. Ну вот, тебе как будто самое идеально подходит. Вот они. Блин, он такой, он какой-то цвет какой-то неповторимый. Он прям. Вот рядом как будто нет. 42,5? 44. 42,5 и 44-й чат. Что делать? Чтобы ему типа легко не было? Либо чтобы ходил налегке. Бирюзовый. 44-й бери. Понимаете, вот тут нет ни одного кроссовка, нет бирюзового. Вот про, ну вот просто нет. О! Да, подождите, это не бирюзовый случайно? Темно-бирюзовый, да. Темно-бирюзовый. Чат. Это похожий цвет. А можете вот это отложить куда-то? У меня серьезная покупка, просто я, ну... Спасибо. Помолчи, пожалуйста. Смотрите, это намного лучше. Согласитесь? Да, пойдет. Брат, ну они как-то выглядят только не очень. Ну, в принципе, для злого, да? Ну. А носки есть похожие? Как будто вон похожие носки, да? Вот эти? Цвет одинаковый. Ну, одинаковый. Но надо посмотреть по размеру. Да, размер надо еще. Если есть такой. А, посмотрите по размеру. Я что-то не подумал. Я думал, вы прям тут печатаете. Женская сетка, я не думаю. Женская? Идеально. Сетка? А что, поугел? Ладно, я пошел в другом где. Вот кровать Трэвиса. Что кровать Трэвиса? Че кровать? А, ты 39-й? Нормально, пойдет. Ужмем. Нет, просто кактус написано. Кактус? Да. Не уколись. Ну, у нас не подходит он. Ну, это единственный бирюзовый цвет был, если что, вы понимали. Вот эти не подходят, то есть прикольно модель. Может, тоже типа такой просто джинсовый. Типа, как будто я обиделся, поцарапал немного. Чат, вернись. Куда? Ты что, ты выбрал? Брат, который я выбрал, да, они женские, 39 размер. Как думаешь, у тебя немного? А тебе же просто айфон подарить, у них похуй, нет? Я хочу, чтобы он не ходил. Да по Тиффани. Будет 100%. Он своих
Как будет ходить всю жизнь? Клянись. А это что, предлагает? Чат, прикольные? Они как будто, вот смотри, не кажется, что цвет как будто под все? Да, типа, да, не охуенно. Вот что угодно накинул, любые баскетбольные шорты. Вы заметили, что у нас баскетболист? Скалзор. Он баскетболист. Да нет, что? Ты вымазался уже. Ну. Где? Оп. Ой, 4-0, брат. Без шансов. Да, бери вот эти вот. А есть вот эти 43-й? И носки у тебя Тиффани вот эти. Вот я и тоже думаю. Ну вот они, цвет Тиффани. Вот она 3 брать, я не буду, я хочу на нем сэкономить. А, тогда ладно. Ну если вы у меня купите вот эти две пары, или можно как-то оторвать аккуратно? Ну вот это есть. Ну это как будто... Да не, вы так взяли. Давайте так положим. Дёр носочки берем? 100 тысяч пара. Клянись. Да. Сейчас ждем размер. Так, какие 43 есть? Все. Берем их сейчас? Но как будто они выглядят норм. Они без рофла. Ну типа даже не под футболку Тиффани. А как будто просто. И все, и туда внутрь мы iPhone засунем. Вон слева Трэвиса. Где? Вот это? Я не буду вот это дарить. Вот это? Это не Трэвис, какие Трэвис? О чем вы говорите? Или вот этим дарить? Но он с ними даже не уедет. Не. Где передо мной? Короче, эти берем уже почти 90%, да? Вон там. Черные выше. Вот эти? У него такие же самые, один в один. У него такие есть. Вот эти есть у него, чат. Выше? Вот эти? А, вот эти. Там... Да не, парни. Они в жизни как-то не так... Вот смотри. А где Макс? А? Они стоят дороже, чем сами Тиффани. Берем вот эти. Не, пацаны, блядь, размера нет, что я могу сделать? Да. Давайте. О, вы уже их принесли? Я, конечно, не решился еще, но в принципе. Да. Посмотри по размеру. Покажите. Можешь шнурочки? Ты шнурочки нам еще слышишь? А можно для прикола взять два разных размера? Нет. Нет? Ладно, давайте. Можно, конечно. За оба заплатить. Носки. Носки берем ему? Можно реально вот эту пару взять и только вот эти носки взять? Слышишь? Вот эти только носки можно взять. Я реально возьму пару? Розовый скелзору? Вот эти только носки подарите. Только одни. Там и желтенькая под шнуровку. Да? Да, нормально. Ну то пчелка. О, реально, слышишь? Ну это не желтый, конечно. Ну да. Вообще идеально по цвету. Нет, слышим. Ладно, вот эти, короче, возьмем. Они по цвету норм? Ну, более-менее, да? Подходит более-менее. Можно как-то чикнуть аккуратно их, только одни? Зачем? Потом достанешь сам. Ты купишь мне розовый? Нет. Просто отдашь. А ты, Вадь? Розовый и желтый. Беру. Реально? Я одну лишь. А где мои черные? Я желтый беру. А у вас есть какая-то умная оплата, типа там, ну, криптовалютой? Да. Листиками? Реально есть криптовалютная оплата? Да. Класс, я плачу картой. А можно мы как видосик швырнем вот эту кроссовку в кассу? Давай. А можно тебе в голову? Ты знаешь, это все? Клянусь. Реально есть оплата криптой? Надо спрашивать, типа, то есть надо... Так я спросил вас. Она менеджера была, если спросить, потом про кошелек, да. Все? Пробиваем? Да, конечно. А что, пробиваем? Все, братская скидка, 20%. Не надо.
Вот это стрелка. Запах отдаем и тоже выключить. Тебе сейчас запах отдам. Прикреплю вот такую штучку, у вас есть неделя, чтобы поменять. Дуб, да. Размер, цвет. О, найс! Он придет поменять, вон сам. Че? Как будто зря на стрим сказали, не буду писать. Иди поменяй. Реально? Всю неделю, чтобы... А когда часов 10 останется, он будет писать, у тебя 10 часов осталось. А ты себе носки купил? Да, модные. Ну, ты же мне дерьмо подарил. Ну а когда тебе хорошие дарили? Мог мне носки Тиффани подарить. Ага, у Тиффани. А что тебе искал, не было, прикинь? А что у тебя будет написано, блядь? Где ты искал? Бому? В Найке искал. Там реально? У тебя бом будет написано? Ну да, будет. Уж лучше это оставь, колхозник. О. А их пробили уже? Че? Я на стриме прям показал, так что... Хочу аккуратно тебе пол, чтобы случайно не положили нам. А ты берешь или нет бомбовые нет. носки? Почему? А чего? Ты меня запозорил, не слышишь, мне теперь будет с ним не ходить. Убери. Они не тут лежали? Саша. Нет, там, вон сверху. Мы слева. Вот. Ладно, чат, разыгрываем любые кроссовки сейчас. А вот там тайник висит, как его увидеть? А, его лучше не видеть. Минус. Ребят, тут шьют кроссовки. Он чел наминает уже. Хочу буду цепь магистерно покупать. Долбоёб, блядь. Квартиру надо продать, а то не хватит. Хватит. Реально? Чат, а как вам надо будет сейчас... Подожди, а как я? А ладно, я успею. У меня есть своя. У меня интернет нет. А какая разница, на карту не надо интернет? Плати давай. Не надо. Не надо на карту интернет. А как она приконнектит? Слушай, брат, это код, да? У нас получается общая сумма 1939 дирхамов, но по братской скидке от Никиты у нас получается 1647 дирхамов. Дай ты? Да, плати. Найс, спасибо. Спасибо, Никита. Не, подождите, нам сейчас подумают, что типа, ну, на нас как бы типа позвали. Да, давайте без скидки. Не. Без скидки? Угу. Давайте. Ну. Меня попросили сделать. Я могу без... Промокод бустер. Вы без скидки один, но не нужны скидки, ребят. 1939. Скидку делать. Пати, Сафронов? Без скидки. Без скидки, ребят. Нет, ну, потому что, ну, типа, скидки это... Ну, как бы, что я должен говорить, типа, сейчас? Вы меня знаете? Они подкупны. Какая разница? В долларах. В дирхамах. Дирхамах. Да, да, да. Сейчас будет двойной, я все снял комиссию. Скидс мне оплатил кроссовки. Мои карты, правда, но. Найс. Все. Я просто, знаешь, это сейчас это такая месть просто за этот. За кулер. Ты просто не представляешь, что у него будет. Ты пока еще не понимаешь, когда он их наденет, да. Что у него будет. Ну ладно, глянем. Да, мы сейчас телефон будем купать еще. Надо айфон тут найти, где айфон магазин. Он на верху. Вот там один этаж наверх. Ребята, у вас какие-то сообщения прочитаны. Тебе сказали, где айфон. Где? Вот здесь рядом, где Дио. А вы, кстати, знали, что вы магазин спрятали? Сложно найти. Очень сложно. Да, 30 минут просто искали его. Мы по ней, да. Да, тяжело было. Спасибо вам большое, все, до свидания. О, подожди, спины мы не дали. Давай чуть спинов дадим. Нет. А я сейчас куплю. Давай. На, подожди. Давай. Оп. Давай. Пошли спины, давай. Ну, как называется? А, мы вам в подарок, потому что вы купили кроссовки. А, реально? Да. Сейчас воду скрутим. Не, это, ну это что-то на бедном. Подожди, а у нас есть нормальная деньга? Что ты делаешь? А что ты делаешь? Пойду играть. Надо купить. Кого? А можете мне... Это играть можно, да? Я могу только... Дайте мне 7 штук. Можно так? Подойдите, дайте мне. Сколько? А ты мог уже кроссовки купить еще за это. Так я хочу 7 штук все купить. На 100 все. В смысле? На 100 дирхам купить. А, я думал, ты на 1000 хочешь купить. Ну что, это до завтра будет стоять? Да, может быть. Поменьше нет?
Макс, подожди, куда пошел? Да, нет, Анастасия, ты что? А я могу вам просто. В чем пишет? Вань, давайте на 200, чтобы было не 800 давать. У вас есть по 200? Сафон. 14 спинов, 16 в общем. Нормально? Да, да. Шанс выбить 0. Я 3 там. Ты есть. А на карте нету? На карте? А, есть. Давайте карты заплатим. Сафронов. Давай. Ну тоже, конечно, как скажешь. Давай, давай, нормальный скилл сделаешь. Нет, 14. Я уже настроился на 14. На 14 дроп. Ялочка. Максим там играет уже. Не, я пойду посмотрю, блин. Да он играет в натуре. Ты что, в натуре уже играешь? Тише. Ты что, не сказал ничего? Тише. Саш, сейчас чипсуизики выбиваем. Как будто это нереально, братан. Ну это нереально. Всем бряди. Я? Ты просто монеты принес. Макс. А это мы реально будем на завтра играть? Я думаю, ты выбил. Макс, я просто монеты Кстати, принес. Кстати, тут очень долго что-то нахуярится. Сколько у тебя монет выдаст? 14. А что смешно? Ну просто надо. Нам каждому по одному. Можно их два шанса сделать? Да. Я три кидаю. По-братски. Да все, ебаш. Как я не умею? Это если нажал, а потом отпустил, то она все. Она поехала. А что мне здесь надо? Наверх, брат? Нет, он имеет в виду, какие надо косы. Ну вот эти серенькие можешь. Как? Уже. Носа просто выбивает. О. Ну да, конечно, блядь. А как здесь выбить вообще? А как здесь головой не ударяться? Ну, слышишь? Ну. Выбей этот чипсу синий. Зачем? Макс. О, реально, вот эти белые. Возьми белые, я их носить буду. Да, давай. Смотри. Клянусь. Забирай. Да, пожалуйста. Ну, забирай, я уже выбил. Это лучший твой подарок мне будет. А что, носки хуй уши? Да. О, блядь. А ты целился вообще? Ты говорит, ох, извини, пиши, это реально? Не знаю. На, держи. Слушай, давай жестко их, короче, не бьем, скажем. А покажи, как правильно. Они сделают, и мы заберем кусок. Да нет, они сами не сделают. А что надо, кажешь? Как надо, что там? Сначала мув. А кому вы дали руль? У тебя права есть? Ты монету-то вставил, бро? Нет. Давай, делай. Что надо сделать? Белый, еби. А куда едешь? Настрой сначала. Ну настрой как ты хочешь, и потом. А, да, да, да. Ну, у тебя 20 секунд еще, 20 секунд. Выигрывали вас, да? В фильме? Чел за 8 к. Это единственный раз? Нет, а почему у вас тут такие какие-то стоят? Как будто не хочется выигрывать. Вот, это было бы. На, Вань. А ты можешь как-то удвоить шанс? Нет. А есть какая-то секретная тактика? Можете показать это? А если вот так? Оп! Слушай, неплохо делаешь. Нормально. Спасибо за попытку. Хорош, Вадь. Не, подожди, а чё? Просто сразу бы отпустил, чтобы она была. Подожди, не понял. А надо было держать? Да не, Вадь. Не, потом съесть сюда, не мне попу. Не, левей. Саша Утконосов. Пакуйте их сразу. Блин. Чё? Ну, не. Подыграй. Давай. Давай пустую. Это клянусь с моей удачей. Подожди, с моей удачей. Смотри. Пустую, блядь? Я сейчас пустую дам. Клянусь, просто магазин забираю. Давай. Вот ты понимаешь, что отпустую сейчас, если попадет, то это мне свадьба. Не, близко было. Попустую это сейчас было бы плюс свадьба. Вань, давай, девочка. А можно сразу кинуть все? Можно сразу все кинуть? Да, да. Ну так как все, что мы сидим. А что мы это один бросок будет, да, сейчас? Сейчас закинул на одну попытку. Нормально было, допустим, такой 5, 6, 7. А? Сильный бросок. Ось, делаешь. Что это за кнопка? Оп! Бесконечные деньги! Вань, давай! Вань, я! Надо где-то подержать! Просто молчу, я сейчас пошел! Что ты боишься? Вань, аккуратно! Вань, мужик удит! Смотри, удит!
Вань, ты вообще понимаешь, что ты на работу, Вань? У тебя вот так бьется. Да попробую. Ты 14 попыток не бьешь, что у нас тут? На, блядь. Давай. Блядь, ты нормально забегай. Так у нас тип вообще вот этой штукой бьется. Не кончиком даже, а просто вот всей красной штукой. Ну, сколько как розовой. Ребята, а как здесь выиграть? Есть лайфхакер? Что с вами? Говорит, вы что, долбоёбы, смотрим. Смотри. Давай в пустую, блядь, закинь. Давай для контента просто в пустую закинь, чтобы нам ничего не дали. Просто мы выиграли воздух, посидим, подышим. По кроссовку ему. Ты что, реально хотел изики забрать? Зачем? Да мне без разницы, что забрать, просто что-то. Че? Водосов шатай в кроссовок. Вон, синие тапки, да. У них как будто есть шансы. А если я в кроссовок дам, он просто выпьет, тогда нет. А вы не подсматриваете. Я буду мешать. Какие здесь самые дорогие? Нижние. Тапки? Ну все. Пакуйте. Там прям вообще, да? Ну, хороший аппарат. Прям, да. Рабочий водос. Не, мне кажется, если одни вот так вот, просто одни пытаться выбить, то выбьешь. Да, зубы себе. Вот так вот. Ну, ты Саш! Ну, расшай еще силу. Да что ты? Спасибо, ты мне очень помог сейчас. А как можно в теории посчитать секунды? Раз, два. Я вот так считал, брат. Подожди! Сейчас на раз, два, три сделаю. Давай. Клянусь, я понял. У тебя две осталось, давай. Нормально, не хватит. Смотри. Давай. А я серьезно говорю. Раз, два, три. Раз, два с половиной. Смотри. Так, брат, раз, два с половиной будет так же звучать, как и раз, два, три. Тихо. Не сбивай мою тактику. Раз, два. Блядь. Спасибо. Ваша одна. Одна, да? А просто на полчам, смотри, что. Ладно, на выбивали. Все, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Не, ну вы просто народил контента, конечно, я вам. Че? Да куда ты? Самое модное что? Так нам, брат, сказали, айфоны там куда идешь, что ли? Куда? Ебать тебя, блядь. Блядь, надо переспросить, я забыл. А где? А где еще раз с тобой?